Библия говорит, что Бог есть Царь праведности. Он есть Царь веков. Он есть Царь неба. Он есть Царь славы. Он есть Царь царей и Господь господствующих. Это мой Царь. Он есть свет истины, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Он есть свет миру, и следующий за ним имеет свет жизни. Он есть свет, светящий во тьме, и тьма не может объять его. Его слово есть светильник ноге нашей и свет стезе нашей. Мой Царь есть единственный, в котором никакие средства измерения не могут замерить его безграничную любовь. Никакой далеко видящий телескоп не может достигнуть границ его владений. Никакие преграды не могут воспрепятствовать ему от проявлений его благословений. Он бесконечно всемогущий, он абсолютно искренний, он вечно непоколебимый, он безграничен в благодати, он величественно сильный, он беспристрастно милостивый. Это мой Царь. Давид сказал: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Он является величайшим феноменом, которое когда-либо переходило горизонт этого мира. Он Божий Сын, он Спаситель грешника, он центр цивилизации. Он существует независимо ни от кого. Он величественный, он уникальный, он бесподобный, он беспрецедентный, он высший, он превосходящий других. Он высшая мысль в литературе, он главная доктрина истинного богословия, он кардинальная необходимость духовной веры. Он единственный, кто по праву может именоваться самодостаточным спасителем. Это мой Царь. Он есть чудо веков. Он превосходней всего лучшего, чем бы вы захотели назвать его. Он единственный, кто может восполнять все наши нужды одновременно. Он дает силу слабым. Он доступен для искушенных и испытанных. Он сострадает и он спасает. Он укрепляет, и Он поддерживает. Он охраняет, и Он направляет. Он исцеляет больных. Он исчищал прокаженных. Он прощает грешников. Он освобождает должников. Он отпускает пленных. Он помогает слабым. Он благословляет молодых. Он служит несчастным. Он заботится о пожилых. Он награждает усердных, кротких и смиренных. Знаете ли вы его? Мой Царь является ключом знаний. Он является источником мудрости, дверью освобождения, тропой покоя, дорогой праведности, путем святости и вратами славы. Он господин могущественных. Он лидер победителей. Он предводитель героев, Он покровитель преодолевающих, Он правитель правителей, Он князь князей, Он царь царей и Господь господствующих. Это мой Царь. Его власть разнообразная, Его обещание надежно, Его свет бесподобен, Его милость вечна. Его любовь никогда не меняется. Его слова и Его благодати достаточно. Его царство праведно. Его иго благо и Его бремя легко. Я бы хотел описать вам Его, но Он неописуемый. Он непостижимый. Он непоколебим. Он неизменный. Он непреодолимый. Небеса не могут вместить славы Его, и человек постичь Его. Это мой Царь. Он первый и последний, начало и конец. Он всегда был, и Он всегда будет. У Него не было предшественника, и у Него нет наследника. Никто не существовал до Него, и нет никого, кто будет после Него.
это мой царь. Он творец творения и обладатель всего. Он архитектор вселенной и руководитель всех времен. Его раны принесли исцеление. Он был гоним и принес свободу. Он был мертв и принес жизнь. Он воскрес и принес силу. Он царствует и приносит мир. Ирод не смог убить его. Люди не смогли удержать его. Фарисеи не смогли запутать его. Пилат не мог найти в нем никакой вины. Смерть не смогла с ним справиться. И могила не смогла удержать его. Нерон не смог сокрушить его. Мир не может понять его. И армии не могут победить его. Он жив и вечен. Его пути правы, и его слово вечно. Его воля неизменна, и его помышления обо мне. Он мой искупитель, он мой спаситель, он мой руководитель, он мой покой, он моя радость, он мое утешение, он мой Господь и Бог, и он правит моею жизнью. Аминь.